воскресенье в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем плюс 18, плюс 23 градуса, ночью 10-12 выше 0. В Сызрани пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 11 градусов. Северный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20, ночью 10 градусов выше 0. Ветер северный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 10. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.